В 10 часу утра движение по проспекту Ленина оказалось сильно затруднено. Территория около дома номер 37А была оцеплена. В здании произошел пожар. Первоначально появилась информация о том, что горит помещение, принадлежащее управлению Министерства внутренних дел. На самом деле горел первый этаж административного здания, где располагаются технические подразделения ФСБ. Все находившиеся на момент пожара в здании люди были эвакуированы. На месте происшествия работали 14 единиц техники и 47 человек лично состава МЧС России по Ивановской области. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Огнем повреждена мебель и внутренние конструкции помещения. Причина пожара устанавливается.